партнер международного проекта «Территория роста», интернет-предприниматель. Давайте познакомимся с вами. Напишите, пожалуйста, есть ли у нас сегодня на вебинаре гости, то есть те люди, которые вообще впервые слышат о бизнес-системе «Территория роста», о вообще онлайн-проекте. Есть ли у нас сегодня новички, гости нашего вебинара, либо, возможно, у нас сегодня собрались партнеры, которые уже в курсе всего происходящего, и я буду говорить. Так, есть у нас гости, отлично, Анастасия, рада видеть. Сегодня информацию, которую каждый из вас услышит, однозначно будет полезной и важной. Если вы сегодня на вебинаре присутствуете как гость, то однозначно после сегодняшней информации у вас будет очень много почвы для размышлений, и для наших партнеров, которые сегодня присутствуют тоже в достаточном количестве, будет информация для того, чтобы вы могли увеличить свой профессионализм в развитии вашего бизнеса. Ну что, мы начинаем. Сегодняшняя тема нашего вебинара – суть бизнес-системы «Территория роста». Что это такое? Я бы хотела начать наш вебинар с такого понятия, к чему вообще стремится абсолютно любой нормальный, здравомыслящий человек в своей жизни. Сегодня не буду очень много вопросов задавать, потому что, чтобы сэкономить наше драгоценное время. Я думаю, ни для кого не секрет, точно так же, как и здоровье является очень важным показателем нашей качественной жизни, точно так же и такое понятие, как счастье, оно многогранное, и у каждого это счастье, оно свое. Точно так же, как каждый трактует для себя понятие «любовь», точно так же и понятие «счастье» для каждого свое. Счастье личное, счастье детей, счастье родителей, счастье дать возможности в этой жизни для реализации себя, родителей и детей. И глядя на эти красивые картинки, любой нормальный человек, конечно, хочет счастья, хочет быть здоровым, хочет дать образование себе, детям, хочет путешествовать, хочет хорошо одеваться, вкусно кушать. В общем-то, это потребности абсолютно всех нормальных людей. И как ни банально, такой момент, как счастье, очень неотъемлемо связан с таким понятием, как деньги. Да, можно быть счастливым без денег, но согласитесь, деньги дает такое понятие, скажем так, более счастливое. Когда человек имеет деньги, он более счастлив, потому что он может позволить себе больше возможностей на то же самое здоровье, на путешествия, на отдых, на образование для родителей, для себя, для детей. Поэтому, когда говорят, что не в деньгах счастье, согласитесь, хотелось бы, чтобы все-таки денег было побольше, потому что именно вот эти вот нарезанные бумажки зачастую решают такой показатель, как качество нашей жизни. Хочется не просто жить, существовать, хочется на самом деле получать максимум возможностей от этой жизни. И тот проект, о котором я сегодня буду говорить, проект «Территория роста», бизнес-система, System TR, он позволяет абсолютно любому человеку, независимо от вашего возраста, начиная с 14 лет, независимо от вашего пола, стажа работы, профессии, абсолютно независимо от вашего вероисповедания и вашей территории, где вы живете, вы можете развиваться в рамках нашего проекта. И моя сегодняшняя задача – рассказать вам, дать информацию о том, каким образом вы можете воспользоваться этой бизнес-системой для того, чтобы, во-первых, увеличить свой доход. Мы сегодня будем говорить про деньги, каким образом в настоящее современное время, практически 2017 год, абсолютно легально, официально зарабатывать деньги на просторах интернета в удобное для себя время, в удобном для себя месте, без зависимости от начальников, без всяких финансовых рисков, потому что наш бизнес не предполагает какие-либо вложения. Это, конечно, путешествие, это то, ради чего я пришла в этот проект, это знакомство, это возможность помогать своим близким, любимым, родным людям. И самое последнее в этом списке, но, наверное, одно из самых значимых вообще в жизни любого человека, это свобода. Свобода, которой ты можешь распоряжаться для себя, для семьи, для детей, для своего любимого дела. И, как я уже говорила, я в этот проект пришла для того, чтобы путешествовать. Я безумно люблю расширять горизонты своего мировоззрения. И именно путешествия дают возможность человеку изучать этот мир не по книжкам, не по журналам, не по телевизору, а именно лично. И у каждого будет абсолютно своя причина, почему для вас наш проект может быть интересен. У нас огромное количество партнеров, которые пришли для того, чтобы дать хорошее будущее своим детям. Я думаю,
Если в семье есть ребенок, то однозначно не нужна никакая другая мотивация для того, чтобы начать что-то делать и рассматривать какие-то деловые серьезные бизнес-предложения. Время – деньги. Я думаю, эту фразу абсолютно каждый из нас знает. И я сейчас буду говорить об одном, я бы сказала, человеке, который, благодаря которому у каждого из нас есть возможность осознанно для себя принять решение, каким образом вы хотите зарабатывать деньги. Роберт Киосаки – это американский предприниматель, это инвестор, это человек, миллионер, миллиардер, человек, который написал не одну книгу, и одна из самых известных его книг – это «Квадрант денежного потока». Роберт Киосаки – это человек-практик. Это не просто человек, который пишет красивые заумные книги, это человек, который, во-первых, сам сделал себя с нуля до миллионера, и он поделился со всем миром той информацией, которую он получил из опыта, из практики. Четыре категории людей существуют в нашем мире. Четыре категории людей по способу зарабатывания денег. То есть, каким образом вообще люди зарабатывают деньги. Я буду сегодня говорить достаточно простым языком, потому что мало времени, и буду уделять внимание только основным аспектам, дабы все-таки не уйти за категорию, за временной отрезок достаточно далеко, поэтому буду говорить по сути дела. Поэтому, если вдруг какие-то аспекты я сегодня не затрону вовсе, либо затрону достаточно мало, у меня к вам огромная просьба, два варианта, либо попросите запись вебинара полного, именно по сути бизнеса, либо второй вариант, прийти на вебинар с такой же темой в следующий раз, для того, чтобы в полной мере услышать информацию, которую мы даем о возможностях нашего бизнес-проекта. Так вот, вернемся к Роберту Киосаки, квадрант денежного потока. Четыре категории людей, как люди зарабатывают деньги. Первый квадрант – это люди, которые ходят на работу. У вас есть работа, неважно, государственная она или частная, у вас есть работа, и вы на нее ходите. А второй квадрант – это предприниматель, человек, который работает сам на себя, человек, который более ответственный, человек, который чуть больше хочет, нежели рабочий, и человек, который отчасти все-таки принимает на себя какую-то степень рискованности, рисков. Третий квадрант – это квадрант бизнеса, это когда уже человек работает в системе, в бизнес-системе. Бизнес предполагает наличие не просто бизнес-системы, а определенного количества критериев должен отвечать бизнес, чтобы он вообще мог называться бизнесом. И зачастую люди неосведомленные путают квадрант предпринимательства с квадрантом бизнеса. И я сегодня постараюсь хотя бы в двух словах объяснить, каким образом можно отличить предпринимательство от бизнеса. И четвертый квадрант – это квадрат инвестирования инвесторов, когда уже деньги работают на инвестора, и можно сказать, что инвестор – это тот человек, который практически ничего не делает, уже деньги делают все за этого человека. Если говорить более обширно про каждый из этих квадрантов, я не буду сегодня подробно останавливаться на каждом. Вы сейчас посмотрите, пожалуйста, на этот квадрант и для себя определите, решите, выберите, в каком квадранте находитесь вы. Если вы находитесь на левой стороне квадранта, вы относитесь к категории рабочего либо предпринимателя с собственным делом, так вот знайте, что таких людей, как вы, целых 90% населения земного шара. Это самая основная, самая большая масса людей, которая в мире зарабатывает деньги либо первым, либо вторым способом. Если вы видите себя в третьем или в четвертом квадранте, если вы партнер нашей бизнес-системы, то вы как раз-таки находитесь в третьем квадранте, в квадранте бизнеса. Нас с вами меньшинство, нас с вами всего лишь 10%, но радует тот факт, что распределение денег сложилось таким образом, что всего лишь 10% денег в первых двух квадрантах и целых 90% денег в третьем и четвертом квадрантах. На самом деле, лично для каждого человека нужно определиться и решить, где он хочет быть. И на самом деле, на данный момент, если вы находитесь в первом и во втором квадранте, я тоже была здесь, и я никогда не задумывалась о том, что может быть как-то иначе, потому что в институтах, в университетах не рассказывают про этот квадрант, и вообще не рассказывают про существование каких-то других источников дохода, нежели что можно работать на кого-то и можно работать на себя. А тот разговор, который я сегодня буду вести, он связан с третьим и с четвертым квадрантом.
Та бизнес-система, которую мы предлагаем, она связана с возможностью стать бизнесменом, возможность развивать свой собственный легальный официальный бизнес на просторах интернета без финансовых вложений и без рисков. И наш бизнес предполагает возможность инвестирования, то есть вы можете в нашем проекте стать инвестором. Но выбор остается за вами. Для начала я немножко хотела бы остановиться на таком моменте, как наша жизнь, и дать вам возможность задуматься тем, кто еще, возможно, никогда об этом не задумывался, что вас ждет в будущем. Какое будущее ждет вас, если вы находитесь в первом и во втором квадранте. Абсолютно любой человек ходит в детский сад, потом он ходит в школу, потом он поступает в какое-то учебное заведение, потом он выходит на работу и потом наступает пенсия. Хорошо это или плохо, каждый определяет для себя сам. Я не могу говорить, что это плохо или хорошо ходить на работу. Если вы от этой работы получаете кайф, если вы от этой работы получаете много денег, то, ну, наверное, да, надо ходить на эту работу, но задумайтесь над тем, какой результат, какой итог вашей профессиональной деятельности ждет вас после работы. И вот это вот цифровое обозначение 40, 40 на 40. 40 лет своей жизни, 40 часов в неделю, чтобы в итоге на пенсии получать только 40% от своего активного дохода. На самом деле, если об этом не задумываться, то, по сути, ну, все нормально, все хорошо. Люди ходят на работу, люди получают зарплату. Фраза, что кто-то живет от зарплаты до зарплаты, все чаще и чаще звучит вообще в стране и в мире. Поэтому так жить или не так, вы решение принимаете сами. И вот такой вот интересный еще один график, который тоже показывает нашу жизненную ситуацию, если мы ходим на работу, выбираем для себя первый или второй квадрат. Когда мы с вами молоды, мы достаточно амбициозны, нам кажется, я все смогу, я все сумею, у меня будет супер-мега-невероятная крутая работа, высокооплачиваемая, я буду директором, министром, президентом. Когда мы начинаем работать, мы понимаем, что как-то не все складывается так, как нам бы хотелось. И в результате, когда уже наступает пенсия, очень многие люди задумываются, а как так быстро вообще время пролетело, как так вообще быстро пенсия наступила. Хотя, по сути, вся жизнь была для того, чтобы задуматься на каком-то этапе, посмотреть, какие возможности существуют для того, чтобы не жить на вот эти вот копейки, которые готовит государство всем нашим пенсионерам. И, как я уже сказала, если ваша работа вам нравится, если она вам приносит кайф, если она вам приносит деньги, работу, самое главное, чтобы это того стоило. В любом случае, любая высокооплачиваемая работа, она требует очень большой отдачи, очень больших вложений, усилий, и зачастую действительно многие говорят, как белка в колесе. И если эта белка в колесе дает вам результат, в результате вы получаете путешествие, в результате вы можете обеспечить своих детей образованием и путешествием, у вас есть деньги, вы можете инвестировать их в какие-то проекты, то, наверное, да, жить как белка в колесе – это того стоит. Но на самом деле на практике я достаточно, ну, практически не встречала людей, которые, работая очень много, способны на полученную зарплату позволить себе путешествие, отдых, образование детей. Мало таких людей. И в итоге все равно, как ни крути, работа подразумевает собой итог – это пенсия. И хоть, глядя на меня, достаточно сложно представить, скажем так, как эта девушка молодая может задумываться о пенсии, но как ни крути, это итог деятельности любого человека, который ходит на работу. Независимо от того, сколько вам лет сейчас, 20, 30, 40, 50, пенсия – это то, что ждет абсолютно любого человека, который находится в первых двух квадрантах, то есть тех людей, которые выбрали для себя либо работу на кого-то, либо работу на себя. Это наемный труд. И вот на этом слайде, может быть, не так сильно заметно, но все же видно, каким образом осуществляется получение денег разными категориями людей. Если это наемный труд, то это вот левая, пожалуйста, левый график, да, он растет, потом есть такое понятие профессионализм, когда вы достигаете каких-то определенных профессиональных высот в своей карьере, такая мнимая стабильность, и потом вот наступает момент пенсии.
И существует график бизнеса, когда вы можете какой-то промежуток времени совершенно не зарабатывать никаких денег, но бизнес, он уникален тем, что когда вы его разобьете до определенной степени, кому-то на это потребуется полгода, кому-то год, кому-то 5 лет. А в нашем проекте в среднем мы говорим о том, что вам потребуется от 4-6 месяцев для того, чтобы увидеть уже значимый результат в своем доходе. Но бизнес, он уникален тем, что это доход, который будет всегда увеличиваться. И вы способны будете создать пассивный источник дохода, когда вы будете получать деньги за однажды проделанную работу, эти деньги вы будете получать на протяжении всей своей жизни. И на самом деле нужно определиться, где вы находитесь сейчас и куда бы вы хотели попасть. И если не знать про этот квадрант, то можно всю жизнь проходить на работу, так и думая, что ну ничего же другого нету. На самом деле есть другие возможности. Мы сейчас живем век информационных технологий, и наша команда наставников, наша команда предпринимателей, интернет-предпринимателей, мы разработали действительно гениальную бизнес-систему работы в интернете. Бизнес-система – это то, что работает по определенным правилам. Вообще бизнес подразумевает под собой систему. Бизнес не может существовать в хаосе. И если в бизнесе нет системы, то это не бизнес. Поэтому вот как раз-таки предпринимательство от бизнеса отличается тем, что предприниматель может жить и без каких-то определенных, без какой-то определенной системы. Сегодня захотел, пошел на работу, завтра не захотел, не пошел, либо работать 24 часа в сутки. Бизнес предполагает наличие системы. И мы предлагаем вам попробовать реализовать себя в нашей бизнес-системе «Территория роста». Почему работа в интернете? Почему бизнес в интернете? Потому что это та сфера, которая развивается не просто быстро. Вот еще пару лет тому назад можно было сказать, что интернет достаточно быстро развивается. На данный момент он не просто быстро развивается, он развивается семимильными шагами. И то, что сейчас происходит в интернете, наверное, еще 5 лет тому назад мы даже не могли об этом задуматься. Сейчас практически все можно сделать через интернет, абсолютно все. Вот вам цифры, которые приведены на 2015 год. Посмотрите, почти 10 миллионов. 10 миллионов человек – это пользователи интернета, это только в Республике Беларусь. 3 миллиона делали покупки через интернет. Все можно делать через интернет. Люди знакомятся через интернет, женятся, познакомившись через интернет, поэтому уже говорить о каких-то оплатах, покупках – это уже само собой разумеющийся факт. И то, как мы видим развитие интернета, на самом деле с каждым годом интернет-предпринимателей и развитие бизнеса в интернет становится все больше и больше. И если посмотреть на цифры, можно много говорить словами, но если смотреть на цифры, на факты, то с каждым годом объем продаж интернет-магазинов растет, и на самом деле это цифры колоссальные. Это триллионы долларов. Это те суммы денег, которые действительно крутятся в интернете. Нет такого, наверное, даже наличного оборота, сколько безналичного с точки зрения интернет. И огромное количество людей, профессионалов в своей сфере говорят о том, что в будущем будет лишь два вида бизнеса. Это бизнес, который существует в интернете, и мертвый бизнес. И сейчас уже многие говорят, ты можешь функционировать, развиваться как предприниматель, только если твой бизнес представлен в интернете. Если твоего бизнеса в интернете нет, то говорить о какой-то перспективе развития достаточно глупо, и ну, как бы, это уже само собой разумеющийся факт. Если бизнес перспективный, если ты как человек, как предприниматель хочешь развивать этот бизнес, он однозначно должен быть представлен в интернете. И в ближайшие минут 15 я постараюсь ответить на самые главные 5 вопросов. В чем суть работы? За что платят деньги? Кто будет помогать? Что нужно делать? И самое главное, что вы получите в результате? Сегодняшний вебинар я начала со слов «счастье», что для счастья, оказывается, с одной стороны мало нужно, а с другой стороны для счастья можно много, если на это позволяют финансы.
И то, на что мы приглашаем на деньги. Мы приглашаем вас в официальный бизнес, благодаря которому вы можете заработать ту сумму денег, которую хотите конкретно вы. Не начальник вам определил, не кто-то вам сказал, а ваши личные собственные амбиции. Вы можете заработать в нашем проекте столько, сколько вы стоите. А вот сколько вы стоите, вы должны сами для себя ответить, дорого это или дешево. Суть нашего бизнеса. Мы предлагаем вам открыть интернет-магазин. Абсолютно официально, легально и бесплатно. Суть любого бизнеса, неважно, представлен он в интернете или это традиционный бизнес, это создание товарооборота. Если бизнес не создает товарооборот, то это не бизнес. В любом случае продается либо товар, продается услуга. Одно из двух, третьего не дано. И прибыль, которую получает организация, либо предприниматель, зависит именно в первую очередь от товарооборота. Если не будет товарооборота в бизнесе, то не будет никакой прибыли, никто не заработает деньги. И вообще цель создания любой организации, любой фирмы, любой компании, любого бизнеса – это получение прибыли. А прибыль можно получить только тогда, если создать хорошие большие товарообороты. Более наглядно. Наша работа – создание потока покупателей в онлайн-магазин. Огромное количество людей, которые находятся в интернете и вне интернете, как мы называем онлайн и офлайн, не имеет значения. Вы можете приглашать этих людей оттуда, откуда вам больше нравится, из социальных сетей, ваших знакомых, незнакомых людей. Создание потока покупателей интернет-ресурсов. Наша бизнес-система дает возможность покупать товары, которые необходимы абсолютно всем и каждому со скидкой 20, от 20 до 30%. Вы можете быть простым покупателем нашей бизнес-системы. Либо второй вариант, если вы хотите заработать денег вместе с нами, вы можете стать партнером нашей бизнес-системы и получить уже доход от бизнеса от $500 и выше. Я повторю, что доход вы определяете сами, сколько вы хотите заработать. В зависимости от этого вам нужно будет создать определенный товарооборот в вашем интернет-магазине. Бизнес никогда не будет платить деньги за красивые глаза, за хорошую речь. Бизнес платит только за товарооборот. И интернет-магазин компании-производителя предоставляет нам абсолютно все для того, чтобы мы могли грамотно, профессионально, легально, официально функционировать на территории Республики Беларусь и 60 странах. Наш бизнес международный. Поэтому я в самом начале сказала, что не имеет значения, где вы живете, не имеет значения, какая у вас профессия, замужем, женаты, с детьми или без детей, не имеет значения. Самое главное – наличие у вас желания разобраться, понять этот бизнес и захотеть, наконец-таки, стоить дорого, чтобы не ходить на работу и соглашаться с той суммой, которую вам платят, а определиться, сколько вы стоите и заработать эту сумму самой. Компания-производитель предоставляет нам все ресурсы. Я как предприниматель, мне достаточно это важно, потому что у меня был опыт традиционного бизнеса, и на самом деле это очень трудно, когда ты решаешь вопросы, которые связаны с доставкой, логистикой, бухгалтерским учетом. И наш бизнес-проект, он предполагает уже решение этих проблем. Вам не нужно думать про доставку, логистику, бухгалтерию, ответственность за продукт. Вам это все решает сама компания-производитель. И наша основная задача, повторюсь, это просто создать поток покупателей в этот интернет-магазин. Тот партнер, которого мы выбрали в качестве компании-производитель, это достаточно важный аспект. К этому моменту мы подходили очень осознанно, и для нас были важны не просто красивые слова, а факты. Компания, которая бы существовала на достаточно хорошей территории с точки зрения охвата. 62 страны, где работает компания. Наша компания-производитель, шведский гигант. Это уже бренд, который известен абсолютно всем и каждому. Это компания Reflect. 62 страны. Это возможность развития бизнеса в этих странах. Международный бизнес. 49 лет на рынке. 49 лет на рынке профессиональной бизнес-деятельности. И если для кого-то сейчас компания Reflect это просто каталоги, девочки-консультанты, то могу вам сказать, вы смотрите только на вершину айсберга, а с точки зрения бизнес-партнера компания Reflect очень глобально. И это тот бизнес-партнер, та компания, которая позволяет с минимальными
вложениями времени заработать очень хорошие деньги. Это действительно раскрученный бренд, это товары повседневного спроса. Согласитесь, достаточно сложно было бы, например, организовать поток покупателей в интернет-магазин, если бы интернет-магазин продавал только холодильники. Скажите, ну, я уже вопросы не буду задавать, это каждый раз надо было находить нового человека, кому нужен холодильник. У нас же товары повседневного спроса, это те товары, которыми пользуются абсолютно все и каждый, и каждый, и эти продукты имеют свойство заканчиваться. Плюс никому не надо объяснять и никому не надо доказываться, что мыться – это жизненно важный аспект жизни. Жизненно важно чистить зубы, жизненно важно принимать душ, мыть голову. Ольга нам сегодня на вебинаре перед этим говорила о линейке Wellness, что это тоже жизненно важно. Это продукты, которые предлагает наша компания-производитель. Товарооборот – 1,5 миллиарда евро. Это товарооборот, который постоянно растет. И одно из самых важных – это официальный легальный доход. Не на какие-то там электронные кошельки, Яндекс.Деньги, официальный легальный доход. Еще немножко про факторы, которые влияют на реальность бизнеса. Мы сегодня с вами не говорим про Oriflame с точки зрения каталогов, и наш бизнес не предусматривает работу с каталогами, не предусматривает такой момент, как распространение, ходить куда-то с сумками. Мы сейчас говорим об компании Oriflame с точки зрения бизнес-партнера. Надежность компании. Компания зарекомендовала себя 49 лет на мировом рынке. В следующем году будет полувековой юбилей. Качество продукта. Качество соответствует цене, это тоже немаловажно. Это продукт, который доступен абсолютно каждому слою населения. От мала до велика. Любая бабушка может себе приобрести любой продукт из Oriflame, точно так же, как любая женщина, любой мужчина. Абсолютно все слои населения с точки зрения цены могут позволить себе этот продукт. Спрос. Спрос великолепен, потому что это продукты повседневного спроса. Повторюсь, это не холодильники, не сковородки, не кружечки. Ну, в общем-то, это то, чем мы пользуемся каждый день. Бренд. Это раскрученный бренд. Это та компания, которая на слуху. Да, на слуху еще и есть работа с каталогами, и я об этом тоже иногда слышу. Но нужно смотреть все-таки вперед и рассмотреть в этом именно интернет-возможность. Компания Oriflame сейчас работает именно с точки зрения развития филиалов интернет-магазина. Когда каталог как таковой даже не нужен, потому что вы его можете просто посмотреть онлайн, полистать и выбрать для себя то, что вам необходимо для вас и для вашей семьи. Система доставки тоже определена самой компанией. В любой уголок мира, в 62 странах вы можете получить свой заказ даже с доставкой на дом. Если говорить с точки зрения ассортимента, ассортимент интернет-магазина около 1500 наименований. И самое главное в этом ассортименте не просто красивые баночки, а самое главное, что эти красивые баночки дают результат, результативность продукта. Это продукты, которые действительно работают, они дают результат. И две категории продуктов, которые действительно стоят на первом месте с точки зрения продвижения, это уникальный бренд Novage, это серии по уходу за лицом, клинически доказано их действие, это лучшая косметологическая работа, это тот продукт, который признан на мировом уровне как продукт, который дает результат. Это, ну, я на самом деле могу говорить много, но цифры, факты говорят сами о себе. Если вы еще в чем-то сомневаетесь, пожалуйста, интернет вам в помощь. Огромное количество информации про этот бренд. 7 лет ученые нашей компании работали над созданием вот этого вот уникального бренда. Компания Oriflame – это компания, которую любят люди, ее выбирают потребители. Выбор года 2015 года, и вот сегодня, совсем буквально час тому назад, завершился международный фестиваль конкурса «Выбор года 2016», и мы получили награду в двух категориях сразу. Это косметическая компания прямых продаж номер один в Республике Беларусь, и подсмотрю, комплексный уход за лицом среди компаний прямых продаж тоже номер один. Это на самом деле не просто факты гордости, что мы такие крутые. Это говорит о том, что компания Oriflame, европейский бренд на территории нашей Республики Беларусь, лучший. Он действительно номер один.
И если выбирать компанию с точки зрения бизнес-возможностей, то, конечно, нужно выбирать ту компанию, которую выбирают обычные люди, потребители, и не забывать о профессионалах. И выбор года – это как раз-таки международный конкурс, который учитывает, скажем так, учитывает и потребителей, и профессионалов. Поэтому это действительно, вот Ольга пишет, показывали только что по ОНТ. Я думаю, завтра уже во всех социальных сетях это будет новость номер один среди наших партнеров, коллег. Это действительно гордость и доказательство того, что мы находимся в нужной компании, строим бизнес с компанией, которая показывает результат. Линейка Wellness – лучшая в своем сегменте. Уже столько много говорят про Wellness, уже огромное количество информации в интернете, и я сама потребитель этой продукции уже на протяжении более 6 лет. Это лучший продукт своей категории. Мне посчастливилось побывать в Швеции дважды, и одно из моих путешествий мы вместе с командой наших наставников Еленой Ракочей и Денисом Бирюковым, нам посчастливилось побывать в научно-исследовательском центре в Егилёсе, где разрабатывалась линейка Wellness. У нас была возможность пообщаться и обучаться у легендарного человека Стига Стена, у того человека, который является разработчиком линейки Wellness. Поэтому если для вас еще линейка Wellness – это какой-то знак вопроса, то разберитесь в ней. Не верите людям, которые говорят, опирайтесь на факты. Зайдите на сайт Российской академии медицинских наук, которая проводила клинические исследования линейки Wellness. Найдите факты, которые заставят вас действительно принять этот продукт для себя и для своей семьи как жизненно необходимый. В чем преимущество нашего проекта? Бизнес полностью помещается в ноутбуке. Вы работаете там, где хотите, когда хотите и сколько хотите. Доход официальный. Мы гарантируем вам выход на уровень дохода от $500 и выше. Вас не могут уволить, сократить, наказать. У вас будут путешествия по миру. Мало того, что бесплатные путешествия, плюс еще вы сможете путешествовать за счет денег, которые вы заработали в нашем проекте. Вы сможете передать этот бизнес по наследству. Это действительно свобода. Свобода делать так, как вам хочется. Вставать тогда, когда вам хочется. Время проводить так, как вам хочется. И повторюсь. Без продаж и домашних складов, без финансовых рисков. Мы не работаем с каталогами, мы работаем только через интернет. И самое первое, с чего нужно начать любому человеку, который рассматривает нашу бизнес-систему с точки зрения перспективы своего бизнеса, это сменить привычку. Все, что раньше вы покупали в обычном магазине, теперь вы покупаете в своем собственном интернет-магазине нашей компании-партнера, компании Reflame со скидкой 20%, от 20%, я бы даже сказала. Вы уверены в качестве, вы уверены в самом продукте и вы уверены в том, что этот продукт был получен вами первым после завода. Нету посредников, поэтому нету никогда никаких подделок. Каким образом выглядит это наглядно? Я сегодня не буду останавливаться достаточно подробно, повторюсь, потому что время уже так за 10 час. Изначально первый филиал вашего интернет-магазина мы строим вместе с вами. Мы заинтересованы в том, чтобы вы развивались, чтобы вы получили доход, поэтому первый филиал, первая группа вашего интернет-магазина – это командное построение. Все люди, которые будут присоединяться к нашему проекту, они будут оформляться друг под друга, они будут проходить обучение. Нужно научиться делать ЛТО, личный товарооборот. Не буду вдаваться в подробности, что это такое, будет интересно, посмотрите в записи другой вебинар, овладеть онлайн-инструментами, потому что бизнес через интернет, ну, достаточно глупо, не зная, как пользоваться, например, минимальными возможностями интернета, говорить о том, что вы хотите чего-то достичь. Конечно, это нужно делать, нужно обучаться. И самая главная задача – это создавать поток покупателей через интернет-ресурсы. Что вы получите в результате? В результате сотрудничества с нами вы получите ежемесячный официальный доход. Повторюсь, это будет доход, который будет постоянно увеличиваться, потому что тот поток покупателей, который создается в ваш интернет-магазин, он будет увеличиваться с каждым месяцем все больше и больше. Это премии, которые начинаются от $1000. Это возможность участвовать в программе «Мой автомобиль». Это приглашение на корпоративные вечеринки и это возможность дальнейшего роста без потолка. Первую веточку мы строим с вами вместе, первый филиал. Второй филиал вы уже строите самостоятельно, потому что вы уже знаете, как это делается.
и вы уже, построив первую ветку вместе с нами, первый филиал, вы уже поймете, как это. И через 6 месяцев активной работы, либо через год более или менее активной работы, каждая группа, каждый филиал интернет-магазина вам будет приносить доход от 200 до 300 долларов каждые 3 недели. Наш бизнес предполагает 17 доходов в год. Я никогда не называю это зарплатой, я называю это именно доходом. Зарплату платят на работе, у нас платят доход. Сколько поработали, столько и получили. Плюс, повторюсь, я уже говорила сегодня, это возможность создания пассивного дохода, когда за однажды проделанную работу вы будете получать деньги на протяжении всей жизни. Пример. Если ваш интернет-магазин вы развили до 6 филиалов, вы будете получать 22% с каждого филиала интернет-магазина. Это достаточно большие деньги. Я бы сказала, для некоторых это даже очень большие деньги. Плюс с каждой линии вашего филиала вы будете получать дополнительные бонусы. И хоть кажется 5%, 2% – это с точки зрения цифры немного, но если это перевести в деньги, это будет очень большая цифра. В общем-то, суть интернет-предпринимательства в нашем проекте заключается в том, чтобы создавать филиалы интернет-магазина, наполнять их потоком покупателей и партнеров, и вы, как организатор этого, будете получать определенный процент. Какие деньги можно заработать в нашем проекте? Вот здесь вот вы видите годовой доход, это в российских рублях и в долларах США. Выберите ту сумму, которая вам нравится. Я сегодня неоднократно говорила о том, что определите, сколько вы стоите. Может быть, вы стоите миллион долларов, и у нас есть эта сумма, вы можете ее заработать. А хотите больше, будет больше. Все зависит только от ваших личных амбиций. Я пришла в этот проект изначально не на деньги. Ну вот почему-то мне как бы казалось, что у меня их достаточно. Это потом только пришло понимание того, что если к дополнению к путешествиям будут еще деньги, это будет вдвойне круто. Международные конференции с нашей компанией. Конференции, которые позволяют вам расширить горизонты сознания, мировоззрения. Это банкеты, это юбилейные вечеринки, корпоративы, это красные ковровые дорожки, это шикарно накрытые столы, это чеки, это премии, признания. Это все то, чего на самом деле невозможно получить, просто ходя на работу. Вот просто ходя на работу можно получить какую-то благодарность, которую можно повесить на стеночку, можно получить от коллег на день рождения букетик цветов. Можно получить в конце года приглашение на какой-нибудь корпоративчик один раз в год в местном ресторанчике или кафешке. А сотрудничая с нашим проектом, для вас будут открыты самые лучшие площадки Беларуси. Это действительно возможность почувствовать себя звездой. И если в ваших далеких мечтаниях есть желание одеть шикарно красивое платье для мужчин смокинг, и дефилировать как на подиуме с огромными букетами цветов, с чеками, чувствуя признания, то наш проект однозначно для вас. Фотографии, которые я сейчас листаю, это фотографии наших партнеров, тех людей, которые однажды осмелились поверить в то, что это все реально и это все возможно. Все эти люди когда-то работали на обычных работах, бухгалтерами, экономистами, продавцами, учителями, кто-то был предпринимателями. Кто-то пришел в этот бизнес изначально уже с семьей, с мужем, а кто-то пришел в этот бизнес и потом уже пригласил мужа в этот бизнес. Возраст не имеет никакого значения, повторюсь, 14 лет можно развивать интернет-предпринимательство. Мне кажется, эти фотографии говорят сами за себя. Это можно либо хотеть, либо не хотеть. И заставить человека захотеть жить красиво невозможно. Если человеку это не надо, то он просто не будет рассматривать новые возможности для себя в плане бизнеса. Он будет говорить всегда, что это не для меня, это невозможно, это нереально, у меня не получится, это ерунда. Это все реально, это все возможно. Обычные люди с двумя руками, с двумя ногами, с одной головой. Кто-то чуть моложе, кто-то чуть старше, но все эти люди достигли результата, достигли успеха в нашем проекте. Поэтому единственный вопрос, который должен быть в головах у каждого из нас, а почему не я? Если такое огромное количество
людей стоят на красной ковровой дорожке, и они добились успеха в нашем проекте, значит, это возможно, это все реально. И цифры выплаты тоже говорят сами за себя. За последние 18 месяцев было выплачено только 6 тысяч долларов за звание от директора и выше. Бонусами более 10 миллионов. Эти суммы – это факты самой компании. Она готова платить деньги, но, повторюсь, не за красивые глаза, а за создание товарооборота. Но при этом может быть просто лень. Может быть просто лень поверить, может быть просто лень научиться делать что-то новое. И я вот сегодня проводила встречу, и девушка такая была достаточно осознанным человеком, понимающая и планирующая свою жизнь, и человек, который не в бизнесе, но который подсознательно настроен на поиск новых возможностей, она говорит, невозможно получить новый результат, выполняя старые действия. Точно так же и в нашем бизнесе. Вы не получите результат, если вы будете просто делать старые действия, которые делали. Наш бизнес предполагает наличие новых действий. Но в любом случае будут те, кто скажет, что это невозможно, что это нереально, что это не для меня, может быть, потом я чего-нибудь подожду. Такие были, есть и будут. И они не должны никоим образом влиять на наше решение. Если вы для себя решили, что вы хотите так, и вы достойны этого, то однозначно все получится. И то, чем бы я хотела закончить сегодняшний вебинар, подумайте о том, свободный ли вы человек? Достаточно часто мы любим фигурировать этим словом. Я свободный, у меня есть право выбора. Вы свободны в плане выбора своего здоровья? Вы способны обеспечить себя здоровьем? Это стоит денег. У вас есть деньги? У вас есть время? И если вы на эти вопросы для себя ответите честно, то могу вам сказать, что ваша решение будет однозначным. Вы однозначно попробуете себя в нашей бизнес-системе. А если вы для себя соврете, то вы не будете ничего пробовать. Поэтому решение остается за вами. Вам огромное спасибо за ваше терпение, за то, что вы настоящие лидеры уже на подсознательном уровне, потому что 9:30 вечера, пятница, вы сидите у экранов телевизора, у экранов компьютера, не у экранов телевизора, и вы думаете над тем, как сделать так, чтобы расширить ваши возможности. Поэтому я желаю вам правильных решений, неспокойной вам ночи, и ждем в нашей команде предпринимателей, интернет-предпринимателей. Всего хорошего, хорошего вам вечера, и еще раз огромное спасибо за ваше время. Вы мне сегодня подарили время, точно так же, как я подарила вам свое время. Поэтому мы обменялись с вами самым драгоценным подарком. Это время. Цените его и ждем вас на наших следующих вебинарах. Всего